Всем привет! Сегодня мы будем учиться вязать ножки для медвежонка Тедди. Вот я тут поставила своих медвежат Тедди и хочу вам показать, что мишка Тедди бывает абсолютно разный. И если вы хотите связать мишку Тедди и не представляете, какой медвежонок, какие разнообразные медвежата можно связать крючком или спицами. В данном случае мы будем вязать ножки крючком. Вот, я вам советую зайти в Google и написать на русском мишки Тедди, вязаные крючком, или амигурами мишка Тедди, или же на английском также можно написать крошет Тедди Бер, и вы увидите, какое количество мишек можно связать крючком. И это просто, иногда можно зайти и потеряться в таком количестве идей и разнообразностей. Мишки могут быть разной структуры. Например, у меня три медвежонка. Один связан, вот этот медвежонок, которого так зовут мишка Тедди. Он связан из пряжи, акриловой пряжи, средней толщины. Это не тонкая и не толстая пряжа. Вот, кстати, моточек от пряжи, которой я вязала ножки. Голову его, ладошки, так сказать, начало ручек, вот. И чуть потоньше была пряжа, которой я вязала тельце, ушки, мордочку, вот. Этот медвежонок, он связан крючком 3 миллиметра, и он достаточно плотная вязка, вот. Вот такие у него ножки. Вот, ножки двигаются, это тоже интересный урок по тому, как пришить медвежонку ножки, чтобы они имели возможность у него двигаться, то есть чтобы он мог сесть и мог встать. Вот, ну вот это такой медвежонок. Вот, есть у меня медвежонок, который медвежонок в пижамке, я его назвала. У этого медвежонка тоже двигаются ножки. И у него достаточно, относительно его тельца, у него довольно маленькие ножки. Вот. Мне очень нравится этот медвежонок. Он получился у меня очень такой миленький и очень добродушненький. Связана голова, как вы видите, немножечко по-другому. То есть мордочка, ушки. Тельце это связанные акриловой пряжей, крючком номер 3. И вот голова я вязала, то есть я смешала вот пряжу, которую я взяла для мордочки, и добавила в нее пряжу махер, не тонкую, не самую тонкую, вот такой толщины, вот, голубого цвета, и двойной пряжи я вязала вот его голову. Очень интересное получилось такое сочетание двух пряж. Одна темно такая синяя, вот, и другая светло-голубая. И вот такое сочетание очень мне понравилось. Вот ножки, он как будто в пижамке, поэтому как бы ножки вот такие полосатенькие вышли. И медвежонок, который, в принципе, я обожаю этого медвежонка, это медвежонок бабочка. Вот. Со временем у него немножечко опустились его усики, но это мой любимый такой медвежонок. Я вообще обожаю яркие цвета, сочетание, где тут есть очень красивый синий цвет с сочетанием ярко-розовым, со светло-розовым. Тут у него есть вот такие крылышки, на которые я вышивала, и пуговички, и бисеринки. И этот медвежонок, он связан, в принципе, если вы заметите, тут он связан полустолбиком с накидом, мордочка тоже связана полустолбиком с накидом, ножки же у нас связаны столбиком без накида, и ножки достаточно крупные.
Насколько я помню, этот медвежонок вязался крючком 3,5 или даже, может быть, 4 миллиметра. Вот. И, как видите, это немножечко другие. Хотя, в принципе, описание очень подобное, что у этих ножек идет, что у вот этого медвежонка. То есть та же форма ножек, которую можно менять пряжу, можно менять немножечко количество начальных петель и получать совершенно другие ножки. Вот. Ну вот это три медвежонка, которые, конечно, есть миллионы, тысячи разнообразных, но вот это три моих разные медвежата, которые, в принципе, связаны по одному, практически одному и тому же описанию ножек. Вот, и получаются совершенно разнообразные медвежата. Вот, и сейчас я хочу вам провести мастер-класс по как вязать ножку мишки Тедди.